Приветствую вас. Знаете, ну, если говорить о церкви, да, то церковь вам может ответить в разделе «Религия». У нас есть такой раздел. Вы можете свой вопрос туда написать. Вот, там вам подскажут относительно того, как религия вообще на все на это смотрит и... Соответственно, да? А вот. Это если говорить непосредственно про непосредственно про религию, если говорить. С точки зрения психологии, конечно, дело ни в коем случае не в религии, да, а дело, собственно говоря, в вас, вот, то есть, ну, дело именно в том, как вы позиционируете себя, как вы распоряжаетесь, собственно, своим телом, да, своим, может быть, даже временем, вот, своими желаниями, как вы распоряжаетесь, вот, то есть это все очень важный такой момент, вот, на который вам, наверное, имеет смысл обратить внимание, потому что по-другому тут будет довольно сложно. Вот. Значит, смотрите. Как бы вопрос заключается не в церкви. Вопрос заключается на самом деле в том, можете ли вы сами, да, воспитывать ребенка. То есть, хотите ли вы ребенка оставить? Можете ли вы одна дать ему, дать ему что-то, да? Вот, можете ли вы одна дать ему, там, то, что необходимо? Вот. Значит, ребенку. Это гораздо более важный вопрос. То есть у меня такое ощущение возникло, что церковь вами здесь, значит, используется, ну, для того, чтобы ответственность, значит, себя снять, вот, то есть я не хочу решать, делать мне аборт или нет, как бы говорите вы, да, ну вот, вместо этого я просто возьму и на церковь перенесу ответственность за свое решение, вот, знаете, то есть тут как бы важно, чтобы вы сами принимали решение относительно будущего ребенка, а не перекладывали там это решение на церковь. Вот. Это все равно дело, если вы человек верующий, да, и там считаете, например, что, грубо говоря, аборт — это грех. Вот. Это один момент. Тут на самом деле совсем другой вопрос. Но тогда в таком случае стоит задать себе вопрос, а не является грехом, например, ваша связь с женатым мужчиной с точки зрения церкви, которая прямо запрещает желать, значит, чужую жену, да, исходя из Библии, и, ну, соответственно, чужого мужа, вот.
То есть тут вот очень такой, понимаете, тонкий момент, если говорить вот именно про, ну, про религию, да, очень тонкий и деликатный момент, мне кажется. Ну, вот. Поэтому я поэтому думаю, что вам здесь имеет смысл все-таки, ну, обратить на это внимание, ну, вот. Если вы хотите подходить как бы с точки зрения вот именно религии, вот, потому что это очень, очень важная история на самом деле, вот. Значит, что касается, соответственно, мужчины, с которым вы находитесь в отношениях, да, то тут тоже есть с точки зрения психологии что сказать, да, то есть, во-первых, мужчина намного старше вас, вот, это сразу говорит о том, что вы его воспринимаете, ну, скорее всего, в контексте своего отца, да, вот, то есть, ну, скорее всего, вы увидите его так, переносите на него, значит, то, что хотели бы видеть в своем отце, либо то, чего вам не доставало в вашем отце, потому что, еще раз повторяю, разница в возрасте очень большая. Вот, значит, на это вам я рекомендую обратить внимание самое пристальное. Вот, ну и на то, что мужчина, вот он как бы женат, да, если он женат, то, соответственно, у него уже есть семья, и вряд ли ему, как бы, ну, нужен еще один ребенок, поэтому здесь я могу согласиться с коллегами своими относительно того, что, ну, относительно того, что дело здесь не возраст, что возраст это просто как бы отговорка такая. Вот, на самом деле тут момент в том, что человек просто не хочет брать ответственность, встречаться с вами на протяжении 10 лет, это можно, кстати говоря, на протяжении 10 лет, то есть вам было 27 лет, когда вы начали встречаться, вот, это одно, а вот, соответственно, ребенок, который совсем другой, это уже реальная ответственность, это мужчина ее пытается избежать. Вот. Ну а вам, в свою очередь, с точки зрения, опять же, психологии, я хотел бы сказать, что отношения, которые вы выстраиваете с мужчиной, вот, ну, в таком контексте, они не являются сколько-нибудь здоровыми, к сожалению, потому что 10 лет, по сути, вы потратили на женатого мужчину, но вот, потратили, потому что это абсолютно бесперспективные отношения, вы не создали семью сами, вы могли бы иметь детей, если бы у вас, ну, если бы вы встречались с мужчиной, у которого нет семьи,
Вот, и здесь, опять же, можно только спросить вас, почему вы выбрали встречаться именно с женатым мужчиной, да, а не с, ну, со свободным. Вот, как правило, это связано либо с самооценкой, вот, либо со страхом близких отношений, либо с искаженным восприятием этих самых отношений. Вот. То есть, здесь вот такой примерно момент, который я мог бы до вас донести. Вот. Так что вопрос по поводу этики вам стоит, значит, разместить в разделе «Религия», там вам специалисты в этой области помогут, да и, в принципе, к священнику вы можете обратиться, вот. Ну, просто обратиться к священнику, да, чтобы он вам дал какую-то обратную связь, вот, рассказал, что и как. А вот, то есть, ну, можно сделать такой момент. Но это уже исключительно зависит от вас. То есть, значит, хотите ли вы делать это или нет, хотите ли вы решать данный вопрос или нет, это уже исключительно ваша прерогатива. Вот. Надеюсь, что смог донести до вас основной момент, который хотел донести. Вот. Значит, если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне эти вопросы в личку, а я буду рад вам помочь, буду рад ответить вам на все вопросы, которые вас интересуют. Вот. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация ваша будет успешно разрешена, ну, собственно, в вашу пользу. Вот. Всего доброго.